Второй район. На волнах вашего любимого, а я не сомневаюсь, что она любимая радио Москва Север ФМ, ваш любимый, а я не сомневаюсь, что он любимый диджей Серега Орлов, то есть я. Читаю ваши смс. Дарья пишет: Серега, поставь мой зонт поритмичнее и расскажи что-нибудь о себе. Я, как и большинство слушателей, родился неподалеку. Роддом на соседней улице, за ним лес. Детского сада не помню. Трехэтажная двухкорпусная школа, тройки, курил на переменах в туалете. Самая обычная небогатая семья. А чего вы хотите? Полуспальный, полурабочий район. Но мне здесь нравится. Институт на другом конце Москвы, вечером на набережной пиво с друзьями, по выходным футбол. Пролетели 30 лет, и вот я перед вами. Да, мне здесь определенно нравится. Но больше всего мне нравятся люди. Этот клубок судеб и взаимоотношений, в котором очень непросто разобраться, но который завораживает. По крайней мере, меня. Серега Орлов, Москва, Север ФМ. Страшно, там драки. Ну, ты меня слышишь? Мама, хорошая. Да все нормально же. А это что у тебя такое? Это надо, мама. Володя, что ты молчишь? Скажи ему что-нибудь. Да успокойся. Ну, все ходят, ничего. Лёлик, ну, хоть ты скажи брату, он опять идет на футбол. Ну, армеец вперед. Но. Лёлик. Мам, ну, не волнуйся так, правда. Я тоже пойду с приятелями встречусь. Пока. Антох, здорово. Ты куда? Да поеду, побомблю чуть-чуть, развеюсь. Не могу уж дома сидеть. Бать нажрался опять. Хрен, что там делать, не бить же. Ты, Планечку, не хочешь зацепить? Не, не увлекайся. У нас возле блокпоста. Ну, трава росла везде. Пацаны курили, как подураны. И чё? Ничего, один обкурился и пошел не знаю куда. Чех порезали. А ты что, приторговый, иначе? Смотри, повяжет. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, Игнатий. Ну, сколько можно сверлить, окаянные? У меня внучка к экзаменам готовится, читает. Бабуль, ну ремонт же. Нас наняли, мы делаем. По закону можно шуметь днем. Ну, извините. Ну, чего ты, бабуль, пускай сверлят. Я пойду прогуляюсь. Вот скажите спасибо внучке, что она у меня такая добрая. Оля, скажи мне, пожалуйста, ты кур-гриль доехала ваша и не попить. Вадик, сына. О, привет, мам. Привет. Как поиграл? Нормально? Слушай, хорошо, что я тебя встретила. Занесешь домой? Ты что, мокрый какой? Все, я бегу в парикмахерскую, опаздываю. Мам, ты помнишь, что в среду игра? Да. Я договариваюсь там с подружками, все такое, окей? Да, помню, буду. Ты будешь звездой. Только учиться не забывай. Миленькая, простите, видите, пожалуйста. Давайте. Девушка. Да? Мобилку потеряла. Спасибо. Не за что. Блин. Проверка документов.
Только вышел, значит? Угу. Чего руки-то прячешь? Привычка у меня такая. Ясно. Здесь что делаешь? Живу. В этом доме, первый подъезд. Куда, мужики, слышь? Там люди, между прочим! И дальше все! Мы за помощью! Пошли вы, уроды! Мужик, ты куда? Домой! Подожди! Да там нет! Ну успокойся, слышишь? Ну успокойся, сказал! Нет никого! Понимаешь, нет! Тихо! Слышь! Есть кто живой? Ну вот, подайте! Тихо! Стой! Тихо! Давай! Стой! Сама дойти сможешь? Давай, выводи его, возвращай! Давай! Тихо, терпи, моя хорошая! Народ! Ну-ка, принимай, давай быстрее! Живой! Вы где? Сюда иди! Тихо! Живой! Его снято! Да подожди, сейчас перетяну! Давай! Тихо, терпи! Терпи! Хорошего, ну давай! Что случилось, Антон? Сыночка, маленький мой! Слышь, мужик! Пожалуйста. Ты что, Коробов с пятого этажа? Сейчас. Я тебя знаю. Пожалуйста. Женя Беспалов. Бес. Отсидел свое. Только вытащили. Его плитой придавило. Куда? Нельзя. У вас там кто из родных? Никого. И деньги, и вещи. Деньги? Этаж какой был? Пятый. Это еще кто? А это доблестный ФСБ, пожалуй. Ну,
Вот как-то так. Да вы проходите, проходите, чего вы? Все будет нормально. Кровати привезут в самое ближайшее время, как только сможем. Тут, конечно, грязновато, ну и сами понимаете, же каникулы, все дела, да? Скажите, а когда можно будет забрать вещи из квартиры? Ой, я не знаю. Спасатели говорят, там еще опасно ходить, да и... Тем более, там еще не всех достали этих жмуриков. Слышь, ты клоун. Еще одна такая шутка, я тебе лицо поломаю, понял? Так я же пошутил, ты чего? Ну вот и не шути. Иди отсюда. Ты с какого этажа? Я с первого. Ремонт там делаем. Деньги, документы, все у прораба. А он погиб. Считай, теперь бомж. Ни денег, ни документов. Как и я. Я на последнем этаже комнату снимала. Продавщица и в местном круглосуточную работу. Сама я не с Москвы, я с Белоруссии. И что делать, вообще не представляю. Земляки, значит. Я тоже из Беларуси. Mm-hmm. Из Витебска. А я из Гродно. Вот только в Москву приехал, тут на тебе. Ладно, пойду попробую снять номер в гостинице. Без документов не получится. Я пробовала, пришлось в магазине спать. Может, попробуем в школу пойти или куда... Наших соседей поселили с подъезда. Только я там никого не знаю. Я тоже. Ну, другого варианта нет. У меня тоже нет. Ну, пойдем, я спал. Извините. Сюда жильцов в подъезде взорванном расселили. Мы просто тоже там жили. Ну, это с пятого этажа, да? Продавщица круглосуточно. Да, он на первом этаже ремонт делал. Дружище, ты нам не поможешь. Нам бы комнату в гостинице снять. А то документы все под завалами остались. У тебя паспорт есть? Слушайте, у меня времени нет. Ладно, давайте по-быстренькому замутим. Что это значит? На месте взрыва следы аммиачной селитры. Я вижу. Ну и что ты об этом думаешь? Что выяснили? Ориентировочно 4 мешка по 50 кило. Итого 200 килограмм заложено на первом этаже. Я не понял. У нас же все с этим спокойно. В этом плане, да. Это не теракт, я больше чем уверена, это агентурно доказано. Но то, что это чей-то умысел, это однозначно. 22 человека погибло. Зачем тогда ты выдала прессе эту версию про газ? Пусть уляжется шумиха, я в этом разберусь. Изучу выживших жильцов, я уверена, что ключ в ком-то из них.
Хорошо. Работай. Как просили, самый дешевый, с раздельными кроватями. Спасибо, дружище, выручил. Ну, я ж все понимаю. Ну, тебе по-хорошему, надо домой ехать, конечно, документы делать. Надо, но я не могу. Это не дядя Мишин брат случайно? Какого дядя Миша? Бухарик с нашего подъезда, земля не похожа. Да нет, у меня и братьев-то нет. Прям лицо вот, один в один. Ну. Спасибо. Спасибо еще раз. Счастливо. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, я мама Вадика Тополева. Как он? Сейчас сложно сказать. Состояние стабилизировалось, но прогнозы делать рано. Угу. У него что-то серьезное? К сожалению, да. Он в сознании, жизненные органы не задеты, опасаться нечего. Подождите. Подождите, я не поняла. Вы сказали, у него что-то серьезное. У него сложный перелом позвоночника. Будет чудом, если он сможет встать на ноги. Вы должны сообщить ему. Лучше, если вы об этом скажете. Надо отвезти ее в больницу. Возможно, ей понадобится наблюдение. Хорошо. Да, хорошо, хорошо. Господи. Сыночек, разбудила тебя. Прости, пожалуйста. Ты как себя чувствуешь? Да что-то все тело ломит. Двинуться не могу. Вадик, врач сказал, что тебе уже лучше. Я тебе всяких вкусностей принесла, как ты любишь. Спасибо. А он не сказал, когда меня выпишут? А то мне хотелось в этом сезоне еще хотя бы раз сыграть. Ты что замолчал? Сынок, у тебя перелом позвоночника? Лечение предстоит долгое. Но мы справимся. Перелом? А как я с ним ходить-то буду? Ты пока не сможешь ходить. Извините, я бывший жилец этого дома. Вы не... Девушка, сюда нельзя. Ребят, я прошу прощения. Я бывший жилец этого дома. И чё?
Мне проблема такая. У меня в квартире очень важная вещь одна была, икона. Не поможете ее найти? Девушка, всю ночь завал разгребали. Погорело там все. Подождите, ну а это что, вы же какие-то вещи загружаете? Так, спокойно, это хлам, мусор это. Молодой человек. Доктор, как она? В целом, могу сказать, средней тяжести. Она поправится? Вы знаете, мы собирались пожениться. Я был на работе, я диджей, на радиостанции работаю. В общем, она осталась дома, она болела, мне нужно было... Да вы успокойтесь. Завтра вашей девушке будет проведена операция. Колено, тазобедренные суставы и сложный перелом. А сейчас можно к ней? Нет, не можете, она без сознания, увы. У нее травма головы. Ну, не тяжелая. Надеюсь, все обойдется. Извините. Встает банный лист к заднице, я разговариваю. Видишь, с человеком плохо. Да все в порядке. Что случилось? Ребята, у меня икона была. Она там осталась. Это наша семейная реликвия. Мне дороже нее ничего нет. Ну иди ты ее сейчас найдешь. Я видела, как спасатели вещи в машину грузили. Я их спросила, они сказали, что это мусор, ничего ценного там нет. Но я-то видела. Это наши вещи. Не врут. Спасатели, значит. Ладно, не реви. Спи спокойно. Поговорю с ними, верну за ними тебе твою комнату. Ну вот, все нормально. Слышь, что боец говорит? Вернем мы тебе твою семейную реликвию. Слышь, Урка, мне помощники не нужны. Мне очень жаль. Жаль? Я не понял. В этих обстоятельствах мы сделали все возможное. Я не понял, доктор. Что с Катей? Мы не смогли ее спасти. Ее мозг не справился. Она впала в кому. Затем наступила их смерть. Какая кома? Какая смерть, доктор? У нее переломы были. Что с Катей? Мне очень жаль. Доктор, что сделали? Солнышко. Мама пришла. Я здесь. Она что, так и не разговаривает? Нет. А что это? Она меня слышит? Это шок. Да, она вас слышит и думаю, что понимает, но не отвечает. Thank you.
Что? Не знаю! Не знаю! Не знаю, не какой конь! Знаю, что! Не-не-не, так ты, брат, ничего не добьешься. Ты откуда здесь взялся? Дай мне побазарь, а? Иди погуляй. Живой, не? Командир, твоя бригада загрызла одну икону. Вам она нафиг не нужна, Шакева. А мне нужна. Мужик, я не знаю, какой икони. Значит, так. Сейчас пойдешь и найдешь ее. Даю тебе 2 часа. А я позвоню своим... Доставай ты. А я позвоню своим корешам и скажу, чтобы они поехали к тебе на квартирку, последили за женой. Чтоб ты не накосячил. Вперед. Быстрее, тварь! Че, давай, звони. Кому? Ну, кому ты там собирался звонить? Корешам или кому? Да нет у меня никого, я один. Привет. Привет. Скажи, этот Валера гастарбайтер еще не свалил? А, нет, он там в подсобке товары скручивает. О, здорово. Разговор есть. Давай. Короче, я сегодня в морге был на опознании. Там дядя Мишу, бухарика нашего, видел. Ну, труп его. Его только по наколкам распознал. Лицо у него все изродано. Не догоняешь? Не. Я говорю, ты как 2 капли воды на него похож. Тебе квартира нужна в Москве, халявна? Ну, прикиньте, дядя Миша, тебе будет квартира, хата, все там, прописка. А если проверит? День рождения, там, дата, год. Ну, он с ракет, он праздновал 1 июня. Я запомнил, потому что он ходил, всем рассказывал, что типа летний, в первый день лета родился. Не знаю. Ничего не знаю. Короче, смотри, на всякий случай я опознал там его как строителя с первого этажа, типа, видел пару раз. Завтра оформление квартиры, то, что ты как хочешь, вот там. Фамилия, имя, отчество, рождение и откуда он. Спасибо. Никонов Михаил Юрьевич. Игорь! Вот ты где. Привет. Здрасте, это Маша. Ну ты как? Держишься? Держусь, тетя Маша. Как еще? А ты знаешь, что с Аней? Она в больнице. Почти ни с кем не разговаривает. Я хотела тебя попросить. Может, ты с ней поговоришь, а? И я? Почему я-то? Ну... Ну, мы соседи, как-никак. И возраст у вас близкий. И ситуация у тебя та еще. Пожалуйста. Хорошо. Поговорю, тетя Маша. Привет, Ань. Я Гарик, сосед. Помнишь? У меня отец во взрыве погиб. Как твой. И мама. Мой папа жив.
меня, Таня. Твой папа погиб. Как и мой. Как и многие, кто рядом с нами жил. Ты это знаешь. И ты это понимаешь. Просто не можешь себе в этом признаться. И все. Мам! Дочка, зачем папа умер? Зачем? Я пойду, тетя Маша. Женя, а где Антон? Не знаю. Он и вправду мне икону вернул, представляешь? Какую икону? Ну, я говорила, помнишь? А, ну да-да-да. Семейная реликвия. Привет. Привет. Чуть-чуть. Спасибо тебе огромное. За что? За икону. А, так, вон, его благодари. Считай, он ее вернул. Да не скромничай, спецура. Сражался, как лев. Да. Ребят, спасибо вам огромное. Не за что. Привет. Ты как? Я очень сочувствую. Если помнишь, я жила на первом этаже с бабушкой. Она тоже погибла. Ну, помню. Я Лена. Твою жену ведь Катя, да, звали? Мы с ней часто здоровались. Она очень хорошая была. Не жена. И давай не будем о ней, ладно? Хорошо, не будем. Просто я хочу, чтобы ты знал, что у него одного тебя горе. А хочешь ли ты в этом горе оставаться один? Решай сам. Все лежишь, в окно смотришь. Поспал бы, глядишь, и поправишься. Тебе прописали снотворное. Скоро ты заснешь. Пей. Ну, поспи, поспи. Я тут забыла форточку закрыть. Ты что ж ты делаешь? Там этот таблеток наглотался. На промывание, срочно!
Не помешаю? Нет, конечно. Ну, чё как там, пацан? Он снотворного наелся. Благо, желудок успели промыть. Жень, за что мне все это? Лучше бы меня там завалило. Слушайте, ваш пацан счастливчик. Мы когда его вытаскивали из-под завала, никто не верил, что он жить будет. А он выжил. Башка есть на плечах. Будет бегать, отвечаю. Женя, я знаю, что вы мужчина с непростой судьбой. Я могу вас попросить съездить к Валику, поговорить с ним. Я боюсь, что у меня сил не хватит его поддержать. Хорошо. Завтра съезжу. Все лучше, чем здесь торчать. Здорово, Оксан. Ты кто? Еще один врач? Нет. Знакомый твоей матери. У моей мамы нет знакомых уголовников. Теперь есть. Попросил, чтобы я пришел проведать тебя. Проведал? Можешь идти. Сейчас пойду. Расскажу только историю его дома. Знаешь, у меня был сокамерник, так вот у него срок был. Больше, чем тебе лет, наверное. И он все время повторял. Да тебе даже мне ноги перебили, но на волю выпустили. Я бы согласился. Так вот, на этапе ему хребет и перебили. Врачи сказали, что овощем останется, а тот полежал, оклемался. И сиганул прямо из-под носа Вартухаев. Мы врачи. Как это? Сильный духом был. И в себя верил. Ну все, я пошел. А что с ним сейчас? А последний раз, когда мы с ним виделись, он велосипед украл. Сел на него и уехал. Ликвидация последствий взрыва завершена. И на сегодняшний день закончен разбор завалов. Так а что случилось-то? Следственные действия еще продолжаются, но с 90% уверенностью можно сказать, что взрыв произошел в квартире, в которой производился ремонт. Взорвались сварочные баллоны с газом. Не было никакой сварки, никаких баллонов, я клянусь. К сожалению, все четверо строителей, которые находились в квартире на момент взрыва, погибли. Но с очевидной уверенностью можно сказать, что именно они явились виновниками трагедии вследствие неосторожного обращения с баллонами с газом. А я не видел у них никаких баллонов с газом. Я говорю только о результатах следствия. Еще я хочу сказать, что всем пострадавшим будет
Выплачена компенсация по 1 000 000 рублей. Естественно, это относится к погибшим, но в данном случае компенсация будет выплачена ближайшим родственникам. Еще хочу сказать, что все жильцы получат квартиры в новом доме. Сейчас будем решать вопрос с квартирами. Были приняты экстренные меры для того, чтобы вы смогли оформить квартиры уже сегодня. Так что, пожалуйста, подходите к столу. Да, проходите, товарищи. Проходите, пожалуйста. Проходите. Проходите. Давай дядю Мишу пропустим. Фамилия? Никонов. Никонов. Михаил Юрьевич. Это 25 квартира. А, здесь подпись. Можно не стучать. Входите. Здрасте. Я по поводу восстановления паспорта. Потеряли? Штраф 50 рублей и заявление об утере паспорта. Я Никонов Михаил, из подъезда, который рухнул. А, ну что же вы не говорили? Проверьте, там все правильно. Да, все верно. Что-то вы молодо для 40 лет-то выглядите. Ну чего? Нормально. Ну, как тебе, да? Да мне пофиг, дом как дом. Везде люди живут. Здравствуйте. Извините за опоздание. Давайте я сейчас буду называть фамилию, вы будете подходить подписывать документы. Наумов Алексей. Здравствуйте. Вот здесь галочку поставьте. Лёх, а ты там что подписываешь? Товарищи, дорогие мои, ну, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Но вы же видите, какое место вам досталось. Грунтовые воды и все такое прочее. Ну, конечно, есть другие варианты, но это, как говорится, за отдельную плату. Что случилось? Жень, могилы вырыты, а в них по колено воды. Сейчас разберемся. Можно вас на секундочку? Ну, конечно. Ты чё творишь, падла? Чего людям не даешь похоронить по-человечески? Чё? Ты вообще кто такой? Я Женя Бес. Во всех тюрьмах и на всех зонах нашей необъятной родины меня знают. Думаешь, я не знаю, как ты здесь зарабатываешь? Сейчас пойдешь к своим пацанам и скажешь, чтобы полетели с одной могилы убрали. И воду слили. Я ясно выражаюсь? Молодец. Ты
Ребятки, давайте шутники, убираемся оттуда. Быстро, быстро, быстро. Спасибо. Войны, голод, нищету, болезни. Вот это все. Мы можем закрывать на это глаза. Но только рано или поздно кто-нибудь все равно заставит нас разлепить веки. Пусть даже под дулом пистолета.